Новостям спорта. Совсем недавно мы говорили об открытии нового спортивного зала для занятия боксом в Актогайском районе. Сегодня тренировки в нем дают свои результаты. В Костанае прошел республиканский турнир по боксу, посвященный Дню первого президента, где принял участие молодой житель села Кожамжар Адиль Касымов. Республиканский турнир по боксу проходил среди младших юношей 2006-2007 годов рождения. На соревнования такого масштаба приехали спортсмены не только из Казахстана, но и из Кыргызстана, Таджикистана. Адиль Касымов провел 3 боя. Все выиграл досрочно. Первым соперником был боксер из города Рудный. В первом же раунде наш земляк одержал победу. Вторая схватка состоялась с представителем из Таджикистана. И здесь Адиля ждал успех. Вновь стал лучше оппонента. Последним, кто вышел на ринг против юноши, был участник из Костаная. И вновь наш боксер не уступил свою победу, выиграл досрочно. В третьем бою я встретился с представителем из Кустанайской области. Во втором раунде выиграл его. Не могу сказать, что победа далась легко. Все соперники были в отличной физической подготовке. В новом зале бокса Адиль Касымов тренируется с самого открытия. Начиная с августа его готовил тренер Руслан Бекенов. Зал оснащен всем необходимым для занятия боксом. Ввели его в эксплуатацию по инициативе акима района. В здании провели капитальный ремонт, установили пластиковые окна, вытянули пол, исправили кровлю, выделили ринг. Сейчас у Руслана здесь тренируется 18 детей в возрасте от 9 лет и старше. Недавно съездили также в город Караганду за национальное первенство Республики Казахстан, где у меня нашей деревне выступали двое воспитанников за сборную область, Павлодарской области. И один воспитанник весовой категории 44 килограмм, Баян Даниэр, взял 3-е место на национальном первенстве, что выполнил кандидата мастера спорта и подтвердил, у него был КМС, подтвердил кандидата и завоевал путевку на финал чемпионата Республики Казахстан, где пройдет в Алматинской области, в городе Талтурган. Сегодня можно с уверенностью сказать, что спорт на селе нужно поддерживать и развивать, ведь оттуда выходят хорошие спортсмены. Таким примером служат воспитанники сельских спортивных клубов. Валерия Степчук, Зулкарнай Ермуратұлы, Юрий Белевский, Ертыс Ахпарат из Актогайского района.